Можно с уверенностью сказать, что управление промышленного железнодорожного транспорта является ключевым звеном Алмалыкского горно-металлургического комбината. Его основной задачей является транспортировка горных пород, руд, шлаков и другой продукции, для которых у подразделения есть 4 отдельных цеха и 5 вспомогательных служб. В железнодорожном цехе номер 1 осуществляется перевозка горной массы с карьера Кальмакыр и месторождения Юшлик-1, тогда как железнодорожный цех номер 2 осуществляет перевозки горной массы с карьера Сарычику, а также перевозки отвальных и конвертерных шлаков МПЗ, перевозки технологических и народно-хозяйственных грузов и готовой продукции. Железнодорожный цех, или ЖДЦ номер 3, отвечает за ремонт тяговых агрегатов, тепловозов и путевой самоходной техники в объемах КР-2, ТР-3, ТР-2, СР и Т. Основной деятельностью ЖДЦ 4 является текущее содержание и капитальный ремонт железнодорожного пути. Цеха ОПЖТ принимают активное участие в реализации инвестиционных проектов, работа по которым осуществляется на комбинате. Силами тружеников подразделения были завершены работы по реконструкции и расширению звеносборочной базы ЖДЦ номер 4 на станции Кольцевая. Завершены работы по реконструкции и расширению ВРП ЖДЦ 1 на станции Кальмакыр, а также был осуществлен перенос поста ЭЦ станции Алмалыксай. Также с 2017 года по настоящее время продолжаются работы по объекту реконструкции временных железнодорожных путей на станции Алмалыксай. Продолжаются работы по объекту строительства подъездного железнодорожного пути на МОВ-3. Коллектив управления промышленного железнодорожного транспорта своевременно выполняет плановые задания и работы, показывает эффективные производственные показатели. В частности, за 6 месяцев текущего года работы по перевозке руды из рудоуправления Кальмакыр на медную обогатительную фабрику выполнены на 103%. Работы по перевозке руды из карьера Сарычику на медную обогатительную фабрику 2 выполнены на 101%. Работы по транспортировке поверхностного слоя выполнены на 112,3%. Перевозка горной массы в целом выполнена более чем на 106,6%. Кроме того, работниками ЖДЦ-1 был выполнен малый периодический ремонт ТР-1 на 104,3%. Профилактический ремонт на ВРП на 100%. Работниками ЖДЦ номер 3 текущий ремонт локомотивов был выполнен на 103,6%. Периодическое обслуживание локомотивов на 100%. Вагоноремонтной службой на 100% завершен капитальный ремонт грузовых вагонов. Своим самоотверженным и ответственным трудом, сплоченностью и выносливостью коллектив управления промышленного железнодорожного транспорта ОГМК добивается высоких профессиональных достижений. Коллектив телеканала ОГМК ТВ искренне поздравляет с профессиональным праздником тружеников ОПЖТ, железнодорожников, машинистов и инженеров, строителей и диспетчеров, которые своим плодотворным трудом вносят огромный вклад в развитие и процветание Родины. Пусть дороги вашей жизни ведут только к счастью. В этот же день председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» Абдулла Хурсанов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и вручил работникам ценные подарки. Хотел бы пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия. И желаю, как и в сегодняшнем дне, что берегите себя, своих и близких, самих. По приказу генерального директора комбината за долголетний добросовестный труд и высокие производственные показатели в честь Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан нагрудными знаками горняцкой славы третьей степени были награждены Кубаев Исматылла Шайманович, заместитель начальника службы энергоснабжения по содержанию и ремонту контактной сети, Андриянов Владимир Николаевич, машинист электровоза ЖДЦ-1, Норманов Дельшот Азаматович, начальник ЖДЦ-3. Кроме того, 7 сотрудников ОПЖТ были награждены почетными грамотами, а 25 сотрудников – ценными подарками.